Из 20 прошедших госэкспертизу проектов по строительству пристроек и новых детских садов, 3 объекта входят в краевую программу. 2 из них находятся в Лазаревском районе. На улице Калараш Малышева на 360 мест и в поселке Волковка на улице Космическая на 180 мест. В Хостинском районе строится один детский сад на 280 мест в поселке Кудепста. Строительство объектов было начато в декабре. Завершить работы планируют в конце этого года. В ходе совещания говорили и об увеличении групп в дошкольном образовании. Его можно получить в группе семейного воспитания, в группе кратковременного воспитания, в частном детском саду, если они лицензированы. На сегодняшний день мы открываем дополнительно 55 групп кратковременного пребывания к тем 160, которые уже есть, 20 групп семейного воспитания к тем 49, которые уже функционируют. И будем оптимизировать то пространство в детском саду, которое имеем за счет модульной трансформируемой мебели. Помимо пристроек к детскому саду, в крае ведется работа и по созданию дополнительных мест в образовательных учреждениях. Так, в 6 школах, находящихся в отдаленных районах Сочи, уже ведется капитальный ремонт помещений с отдельным входом для размещения группы на полный день.